Три, два, один, Привет на канале Супер Тима! Бейблэйд! И сегодня у нас битва двух главных героев. Айгака Басахи Лесом с новым наконечником на трех режимах. Ребята, я надеюсь, вы видели обзор нового лаунчера и наконечника. Новым лаунчером. Ахиллес с ним очень сильный. Против. Против. Волта Аои. Волтра Ека. Да, против Волтра Ека В3 Волта Аои. Посмотрим, какой Бэй главный герой. Какой главный герой главнее? Чей Бэй будет сильнее? Проверим? Проверим. Давай. Волтроек у нас атакующий, поэтому я ставлю на защитный режим. Первый раунд. Три, два, один, носит нам арену. Главное, чтобы арену саму не снесли. Перекружил. Есть! Да, заработал одно очко. Ну, классная битва. Я намерен в сухую тебя победить. О, может даже разбить. Посмотрим второй раунд. Три, два, один, все. Ну, привет, бей. Ты что делаешь? А? Бей, смотри, попасть не может. Бей. Очень жалко. Я хорошо запустила Волтроека, но не попала в тебя. И он всю свою силу потратил на то, чтобы просто бегать по арене. Поэтому 2-0 ты побеждаешь. Я переключаю на атаку, потому что хочу тебя разбить. Ничего себе, какой вызов. Полностью всунутый наконечник. Покажи ребятам. Вот, Ахиллес... полностью всунул. Ахиллес в режиме атака. Ну давай, атака против атаки. Давай. Давно хотел такого боя. Третий раунд. Давай. Три, два, один, Так как я гоняю. Выбил тебя, Волтрое. Я еще продолжаю игру. Да, ты не сдаешься. Yes, я взяла одно очко. Продолжай сражаться в режиме атаки. Продолжай. С радостью. Я хочу тебя разбить. Мы посмотрим, чья атака сильнее. А, кстати, что у тебя там с закручиванием? Все нормально. Ты меня не раскрутил. Четвертый раунд. И не надейся. Три, два, один. Одновременно. Да, одновременно. Именно. Ну, бьют они очень классно. Ой, вас сейчас с двух сторон. Опа. Пятый раунд. Три, два, один. Меня по кругу. Его гоняют. Ай-яй-яй. Да, победил. За счетом 3-1 победил. Ну, поздравляю. Хотя я думала, что моя атака будет посильнее. Да, обновленный Ахиллес очень сильный бой. Очень сильный. Ждем обновленного Волтриека. Если он еще будет. Будет. Такой бой будет, ребята. Да, следите будет за нашими новинками. Он выйдет уже совсем скоро очень в Японии. Скоро. И мы его сразу закажем. Сразу же. Не пропустите. У нас на канале будет много новинок. И на основном канале, и на канале Супер Тима Бейблэйд. Поэтому... Поэтому ставьте лайки. Лайки. И подписывайтесь на канал Супер Тима и Супер Тима Бейблэйд. И будьте с нами. Пока-пока. И подписывайся.